Два человека пострадали в ДТП неподалеку от кафе «Голд Хаус» на Камчатке. Это случилось в воскресенье днем на 4-м километре трассы Нагорный Мирный. Как рассказали в ГИБДД, водитель автомобиля «Тойота Калдина» решил развернуться на дороге и не пропустил «Тойота Ленд Крузер 200». Произошло столкновение. В результате аварии на больничную койку отправились два человека. Это пассажирки легкового автомобиля.